Тем временем выпускники в эти дни получают аттестаты о среднем общем образовании. Половину 100-бальников по ЕГЭ в этом году региону обеспечил физмат-лицей. Напомню, в прошлом году он занял 12-е место среди школ Северо-Западного округа по количеству поступивших в ведущие вузы страны. В этом году заветный документ здесь получили 67 человек. Многие отмечены за особые успехи в учебе. Традиционно здесь много тех, кто становится лучшим на олимпиадах и конкурсах всех уровней. Местная знаменитость Глеб Вещицкий в этом году оказался третьим мульти-100-бальником в истории Коми, получив высшие оценки по двум предметам – математике и физике. Сегодня особенное событие в жизни лицея. Хоть оно и традиционно, но все равно очень волнительно, потому что мы расстаемся с детьми, в которых вложили душу, силы, знания. И кто-то из них учился 2 года, кто-то 4, а кто-то целых 5 лет. И, конечно же, мы и привыкли к ним, и много сил приложили для того, чтобы они стали успешными, и гордимся их достижениями, их результатами. В борьбе за лучшие умы учебные заведения не скупятся и предлагают абитуриентам повышенные стипендии, бесплатное проживание в общежитии, некоторые даже получение 2-го высшего тоже бесплатно. Важный выбор будущим студентам предстоит сделать уже в ближайшее время.